выложим все, что необходимое, то есть, чтобы не... Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. И вот так вот. И вот так вот. Вот так вот, чтобы мало ли. Ой, ёкарный бо... Что с ты... Привет, ребятки! Мы с вами начинаем проходить ACP Containment Breach Ultimate Edition. Версия 5.3. На версии 1.3.11. Это модификация, которую, я думаю, уже давно все знаете. Получает в себе нескольких модов, плюс и новые моды добавляет. Как-то я уже раз пытался проходить Ultimate Edition на Евклиде, но не получилось. И... Я потом сделал стрим, посмотрели на объекты. Вот и вышла новая версия. Не помню, сколько времени прошло. Но здесь много чего добавили, изменили. Изменили некоторым объектам музыку, некоторые звуки. И немножко даже подправили концовочки. Мы, в общем, все пройдем, посмотрим, как оно есть. Попытаемся найти все новые комнаты. Будем проходить. Смотреть на все объекты. А что не получится, то в последней серии попробуем читами. Если я что-то забыл, конечно. Ладно. Будем играть на первой сложности. Интро мы пропускать не будем. Так. Имя, как обычно. И погнали. Опа. Так, слишком ярко. Слишком ярко, слишком ярко, слишком ярко. Вот. Да. Оу. Что ж тебе так... Не очень. Оу, что-то FPS не ахти. Ну ладно, надеюсь, это только в начальной сцене. Так, старая добрая бумажечка. Все как по-старому. Кстати, только кажется, что этот угол обзора немножко больше. Ну да, вроде бы тут угол обзора больше сейчас стоит. Можно, конечно же, еще выше поставить. Хопа. Че, будем с таким углом обзора проходить? Хо, а че, почему бы нет? Что-то новое. Давайте попробуем. Интересно. Давай, открывай. Отлично. Уу! Прикольненько так. Как будто Quake играю. Да, я все помню. Пошли. То ли все сделать ближе, то как-то неудобно, ладно. Не определюсь, как обычно. О, музончик играл. Да, он говорит с тобой, а не со мной. Про мое лицо сейчас скажет, да. Вот чувачок. Здоров. Тоже куда-то ведут. Или наоборот. У него все прошло хорошо. Где мужичок? Он ушел. Блин, как-то неудобно так. Но... Да, возможно, все будет хорошо. Да, давай бумажечку. От 173-м. Да, скульптура из бетона и арматуры. Покрасная реализованная краска, вроде бы, как я помню. И нужно держать с ним зрительный контакт, иначе он нам свернет шею. Давай, мужики, заходи. Отлично. Хава, я третий. Я посередине хотел бы стать. Ну что ж. Сохраниться нельзя пока. Такого хоп. Да ему что-то не нравится. Мне тоже. Я бы лучше моргну сразу. Жопа происходит, вот что. Я бы тебе советовал... Прощай, мужичок. Блин, а прикольно с таким играть. Мне нравится пока что. Ух ты. Вот он. Стоит. Он ушел. Так что ничего нового нет.
Как все далеко, так непривычно, непривычно вообще. А ну, если мы сделаем все близо. Ой-ё! Вы только представьте, вот так вот играть. Это же жопа. Это челлендж какой-то. Блин, нет, так вообще неудобно. Давайте мы сделаем вот так вот. Хайд. Во, так вообще идеально. Ну что ж, думаю, немножко сделать поярче, потому что, зная наш ютубик, да, вы знаете наш ютуб, который любит иногда затемнять видео. Так, старая добрая комнатка. Да, service room. Объектики. 427, 714, 860, 1025. Открывайся. Еще объекты. Все, мы посмотрим с временем. О, планшет, то, что нужно. Карточка нулевого уровня, скорее всего. Сохранюсь лучше. Он дверь пока не открыл. Нет, и то хорошо. Карточка есть? Есть. Так, бумажечку эту лучше. Пока что все бумаги... Не, идеале бы их все выбросить. То есть мы будем там беречь то, что нам нужно. Угу. Откроем ли мы камеру первой карточкой? Серьезно? То есть нужна карточка второго уровня, чтобы узнать код? Нифига. Так, а 173 там? Эй. Ага, он там. Вот он стоит. Как-то потом заберем монетки, мы все равно сюда вернемся. Нам нужен код. На всякий случай, чтобы проходить все как нужно. Пока пошли. Все пока идеально. Возможно, из-за этого фова, может, немножко FPS, конечно же. Но вот так вот сделаем. Да, я немножко с FPS-ом. То есть не с FPS, а с настройками поколдовал, как вы видите. Потому что у меня иногда во второй зоне из некоторых настроек может тормозить. Это не ясно, конечно. Лежит. Не особо хорошо стало охраннику. Так, это 939. Я надеюсь... Вы слышали? Мне казалось, что за нами 173 шел. Так, похоже, мы сюда можем зайти, да? Да, все верно. Закроемся. Итак, карточка первого уровня. Бинокль нам нафиг не нужен. И оригами. Ну, оригами тоже нежелательно. В идеале бы получить бы ачивки, чтобы, как бы вам сказать, было больше шансов получить карточку хотя бы какого-то четвертого или пятого уровня. А потом уж... Так, вот там у нас противогазик. О, разбили стекло. Так... Куда пойдем? Здесь открыто? Ага. Пока что сюда не пойду, потому что там открыто. Там не очень. О, еще одна ночевочка. Здорово, мужичок! Так. Погнали отсюда. Закрываем дверь. Ну ладно, пошли сюда. Сейчас будет касцена. Да. Побежим. Противогаз мы взяли, хорошо. О. Вау, 1079. О, те самые конфеточки. Так, это у нас пропуск в новую зону, и здесь был дедулька. Дедулька. Мы к этим объектам потом вернемся, когда уже найдем карточку, потому что хочется все посмотреть. Так, а здесь у нас, как я понимаю, черепок, да? Да. Пока он нам не нужен. Туда заходить не будем. Вообще в идеале можно было бы пойти к ящерицам. 939, кто-то их называет собаки, кто-то ящерицы, кто как, кто там неизвестные. А как вы называете 939-х? Пишите в комментариях. Черт. Иногда стремновато таким фоном. Ага. Там кто-то радио слушает. Так, это у нас объект 005. Я так понимаю, вряд ли нам дадут открыть это первой карточкой. Да. Блин, я подумал, это дед. Это звук такой пошел. Ладно. Это у нас... Во! 447 объект безопасности.
опасный. Это было стрёмно. А здесь ну что? Понятно. Пошли сюда. Хотя, здесь не очень хорошая обстановочка. Такие крики. Понятно. Мы сюда еще вернемся. Вернемся, вернемся. Не переживайте. Итак. Мониторчик мне нравится. Так. Черт возьми. Неужели нам придется уйти отсюда? Черт! Нет, 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 нет. Слишком рано я пошел. Так, моргнем. Сохранимся. Ну да. Пока у нас стамина вернется, сразу бежим. Бежим. Не ори, не ори, не ори. Я выжил. Отлично. Так, чувачок, который лежит окровавленный. Все, конечно же, плохо. Черт, когда же я найду то, что мне нужно? Возможно, реально нужно было по лифту поехать. К ящерицам. Ну, давайте искать лифт назад. О! Здравствуйте! Арматурщик. И как мы тебя любили называть? Ты поголов. Слушайте, я не знаю, работает ли. Хэллоуин! Вернулся. Главное не умереть, чтобы ты у нас такими остался. Братиш. Хаба! И... О, вы видели, он голову поворачивает. Ха-ха, красивенько, красивенько. Тыквоголовый, как мы соскучились по тебе. Так, тихо. Главное, чтобы во время этого... Ну ладно, он не пошел дальше. Отлично. Так, ищем. Ищем лифт. Это не сюда. В поисках лифта. Пошли вперед пока. Это вряд ли еще откроется. Это понятно. Главное, чтобы дедулька до нас не добрался. Старик, дед. Вечно гниющий. Ну, поехали. Но мы пройдем их. Там, наверное, будет и 914. И другие комнатки. Блин, с таким фовом просто прекрасно играть. А как вы считаете? Пишите в комментариях. Так, ладно. Пока я никого не вижу. Возможно, он... Блин, как немножко стремновато, конечно. Здесь ничего не вижу. И... А тебе здесь другая музыка? Это ничего такого. Тихо, пока все отлично. Воу-воу-воу, тихо. Я чуть не попался. Никакой руки я пока не вижу. Черт возьми, че ж я такой слепой? ПНВ бы, если честно. Так. Я надеюсь, он ушел? Ушел. Пробежим. Отлично. Следующий. Тихо. Я понятия не имею, где он. Он где-то там. Он рядом. Бля. Посраться можно. Тихо. Главное... Тихо-т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 ихо. Сохранились. Вот он стоит. Видите? Пойдем немножко вперед. Блядь! Не ори! Извиняюсь. Извиняюсь, ребята. Но я немножко давно не играл. Возможно, это на пользу, а возможно... Нет. Открываем. Бежим! Прям вперед! У-у-у. Отлично. Здесь можно тоже, по сути, бежать чисто вперед. Там у нас... Ага, мы выдыхаемся. Вот он. Ну, мы побежали. Этот нам ничего не сделает. Главное не нажимать часто кнопку лифта. Смотрите, нажимаем, 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 нажимаем.
Хватит нажимать кнопку. Ну, хватит спамить на кнопке. Вот. Поехали. Отлично. Ух. Здравствуйте. Пока что не очень так. А вот и 0. О, ты тыквоголовый. Опа. Здорово. Голову повернул. Пока. Удачи тебе. Иди. Тихо. Опа. Вроде бы здесь и нужна первая карточка. Отлично. Опа. Вот и он с повернутой головой. Возьмем навигатор, если он есть. Есть. Не закрывай дверь. Тихо. Тихо. Все. Теперь искать машину. Ух ты ж мать. Теперь искать бы машинку. В идеале бы. Надеюсь, она здесь. О, 11.62. Дыра, в которой всякие предметики. О, еще одна чивка. Вот так вот. Медицинский пункт. Интересно, он с карточки 2 работает? Нет, нужна карточка 3 или выше. Опа. Давно вас не видел. 205-й. Тоже нужна карточка трави. Ну что, нам придется возвращаться назад? Скорее всего. Ух, ни хрена себе. Я лучше закрою тебя. Вот так вот. Греха подальше. Еще здесь эта кровь. Здесь эта кровь появилась тогда, когда я еще проходил. Потому что стремновато. Там 173-й, да? Здесь. Так, а здесь у нас что? Ку-ку! Так, отсюда я вроде бы пришел. Да, оттуда я пришел. Значит, нам нужно туда. Нам нужно выменить 173-го. Ну, точнее, как мы любим его называть, тыквоголовый. На нашем канале. Ладно. Где ты? Черт, ну это мне стремает, ты чё? А вот и машина. Ну, в принципе, хорошо. Карточка второго уровня. Не работает. Карточка второго уровня. Отлично, давайте пока закроемся. Как видите, здесь добавили какую-то комнатку. Да. Прикольно, прикольно. Что-то новое, что-то интересное. Машина, что ли, изменилась? Или мне показалось? Может, показалось. Такое ощущение, будто она стала... Будто это стало... Будто этого раньше не было. А возможно, было. Просто я не замечал уже. Давно не играл. Ладно, давайте мы... Второй. Первый. И нулевой. Лучше на... Давайте на файн. Не будем пытаться на... Хотя, знаете... Рискнем? Рискнем. Если что, загрузимся. И как вы считаете, что у нас тут? Карточка 6 уровня. Как вы считаете, что она сделает? Она откроет дверь? Правильно, эта карточка не... Она сказала... Что? Это про мою черную маму. Ладно. Странная карточка. Ладно, давайте файн просто. А потом еще раз файн. Мне кажется, там будет 1, 3, 2. Вот так вот будет. Или будет мастер-карт, там второй уровень, нулевой уровень. Как-то так. Ну, у нас есть второй, первый и третий. Ну что ж, попробуем сделать четвертый уровень карточки. Четвертый бы тоже бы не помешал. Куда? И тут... О, нет, она упала куда не надо. Ладно, загружусь. Мишка. Карточка упала не туда, куда надо. Раз. Два.
3. Все, 3 карточки есть, сохранились. Нам very fine. Попробуем еще раз. Ладно, давайте. Будем пытаться. Может получится 5-я карточка. Понимаю, что это глупо. Как считаете? Как считаете, что получится? Я что-то вроде ожидал 3 карты просто. Ну да ладно. 3 мастер-карды тоже пойдет. А есть просто карта с королем. Надеюсь, главное, чтобы дедулька не появился, иначе это просто будет ужасно. И без карточки так еще. А вот и... Ага, третий и второй. Ну что, будем пытаться сделать из них четвертый и третий. Попытаемся. На файн. Давай, дайте нам четвертый уровень. Но я считаю, что не дадут нам четвертый. Вообще не дадут. По сути, можно еще сходить 0.12 ачивку получить, чтобы был еще шанс получить. Третий уровень. Ну ладно, ладно. Выбросим. Сохранимся. И давайте сходим к 0.12. Попробуем. Хотя сюда еще сходим. Почему бы? Хотя нет, что это я уйду сразу так? Я что, идиот? Я все время забываю его улучшить. Серьезно. Very fine. Кому-то не очень хорошо повезло. Отлично. Дальше. О, еще кое-что улучшить. Планшет. Плюс навигатор. Что, вместе попробуем? Давайте попробуем вместе их улучшить на Very Fine. Я не знаю. Может, не стоит, конечно. Мне кажется, ли текстурочки совсем другие? Такие прикольные. Дерево как батарея. Так. О, планшет стал реально большой. Так, 173 рядом. Отлично, у нас есть планшет. Так, сходим сюда. Ну, комнатка как комнатка. Ладно, прикольная комнатка. Что, пошлите к 0.12? Так. А ты чё обычный стал? А, ну да, после загрузочки. Печально. Каждый раз. Хотя можно ввести эту команду. И он должен стать опять таким же. О! Закроемся дофига. А, тут рука есть. Без кольца нам не справиться. Кстати, да. Я так считаю, без кольца нам не справиться. Уходим отсюда. Что ж. Посмотрим, даст ли нам это что-то. Мы сюда еще вернемся. За рукой. Ну что ж. Я не знаю, дадут ли нам четвертую хотя бы. Давайте сразу рискнем. И very fine. 6-й уровень. 100%. Запасных вариантов никаких нет. Вот они лежат. Короли. Fine. Просто fine. Давай же. Да вы серьезно? Не получится у нас, похоже, сделать карточку больше уровня. Но мы сюда вернемся, я так думаю. Еще встретим других персонажей, и, возможно, у нас получится сделать карточку выше уровня. Так. А что у нас впереди?
Где-то ходит ты. О, здорово. Голову повернул. Тихо, я не могу найти кнопку. Я не могу найти кнопку. О, отлично. Пока. Вот, еще один объектик. Давайте мы сохранимся. Выложим все, что необходимое. То есть, чтобы не... Вот так вот. Так вот. Так вот. Так вот. И вот так вот. И вот так вот. Вот так вот, чтобы... Мало ли. Ой, ёкарный бо... Что с ты... Она меня что? Что это было вообще? Что это было? Меня дырка убила? То есть... А, у меня нету предметов. То есть... Когда у меня нет предмета, как я понимаю... Я беру что-то другое. Давайте мы... Батарейку. Я беру свою руку или голову. Хрен его знает, но я обосрался немножко. Сохранюсь. Во. Отлично, хотя бы так. Батарейка есть, все есть. Ну, одной батарейки нет, но фиг с ней. Все ради ачивки. Ради ачивки. Так, здесь мы получили. Впереди вроде бы еще. Во, медпункт. Отлично, карточка. О, шприцы. Я бы их не стал бы брать. Здорово, мужик. Здесь ты долго будешь лежать. Ух ты ж, нифига. Черт, надо его закрыть. Зомби, 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 зомби. Зомби, закрой. Отлично, мне его не нужно, чтобы он за мной шел. Вот, 205-й. Вот еще ачивка. Больше здесь ничего нет. Вроде бы обычная девушка. Просто обычная прожектора. И вроде бы ничего не происходит. Но... Вроде бы должны появиться два... О, она лежит. Да черт возьми, 079, что ты творишь? И должны появиться два силуэта. Вот она стала. Где силуэты? Тень, то есть точнее тень. Вот раз с рогами. И вот второй. И если вы зайдете... Ну, сейчас второй должен появиться. И если вы зайдете в эту комнатку... Они начнут вас убивать, и прожекторы загасятся. Ну, они загасятся, и они начнут вас бить. Не, я не хочу. Вот и второй. Сейчас откроется дверь. То есть ты такой заходишь, а почему? О, и что они делают? Зайти поинтересоваться. Вот видите? Вау! А чё, это баг? Смотрите, баг. То есть... Была же девушка, это баг похоже. Да, видите, дверь открывается, закрывается. Открывается, закрывается. То есть, ну, она опять закрылась. То есть, и опять открылась. Ну, не готов вас топтать. Я не знаю, возможно, это нормально, возможно, баг... Если жабка это смотрит, видишь, что творится. Возможно. Но он скажет, я тут ни при чем. Это все оригинальное. Я не могу это исправить. Ладно, не будем гнать на жабку. Там зомби. Отличный медицинский пункт, где можно подлечиться. И умереть заодно. Ладно, пошлите, попробуем, испытаем удачу. То есть, попробуем сделать карточку еще одного уровня. Думаю, вы не против. Так. 173 там внутри. Погнали, в общем. Так, его здесь нет. Ну, пошли. Сохранюсь, мало ли, он там стоит. Но если не повезет, ничего страшного. Ничего страшного. Итак,
Карточка третьего уровня. Сделать ее четвертым. Дадут или не дадут? Эх, если бы дали, было бы замечательно. Хотя бы четвертый. Да к черту вас. У меня есть идея. Берем.